Сейчас мы рассмотрим пример рекламного баннера. Сначала выберем готовый размер Canvas, стандартный, 930 на 180. Вот такой баннер мы сейчас рассмотрим в замедленном режиме. Вернемся к началу анимации. Сначала мы пишем текст, который медленно падает на наш экран с изингом Bounce. То есть текст немножко подпрыгивает, когда падает. После этого текст уходит влево и заменяется другим текстом. Этот текст вытесняет вниз ссылка на сайт, который мы рекламируем. После чего на экране плавно появляется лозунг сайта и его эмблема.